У меня в руках упаковка, написано «крабовые палочки». И на этой упаковке следовало бы, вообще говоря, сделать аналогичную надпись. Вот так прям мелко написать. При изготовлении этих крабовых палочек ни один краб не пострадал. Как же так, спросите вы? Из чего их делают, эти палочки? Вот, собственно, об этом наш следующий сюжет. Это настоящий камчатский краб. А это крабовые палочки. Где же этот представитель семейства крабовидных прячет от нас свои палочки?